В медиа-центре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна. Руководитель областного главстройнадзора затронул, в частности, вопрос об окончании строительства в Реутове 16-го корпуса жилого комплекса «Новокосино-2». С учетом прохождения всех процессуальных алгоритмов, мы планируем выдать заключение о соответствии 16 декабря текущего года. Сейчас там все практически уже, что называется, вот докручивается, допиливается до того же нормативного и хорошего, правильного состояния, которое устроило бы всех, особенно органы надзора. Министр Московской области подчеркнул, что поручение президента России Владимира Путина об оказании помощи дольщикам комплекса будет выполнено. Ранее сообщалось, что в наступающем 2023 году ключи от своих квартир получат порядка 1500 жителей Новокосино-2.